правительское решение, и мы его активно поддерживаем. И тем более ощущаем пользу от того, что вы сейчас делаете в целом ряде стран СНГ, особенно включая Украину и Приднестровье, ну и в немалой степени тоже Киргизия, Армения, это все страны, где надо очень внимательно наблюдать за происходящим. В связи с юбилеем министр иностранных дел России Сергей Лавров наградил группу сотрудников института знаками МИДа за взаимодействие. Мы стараемся вести работу так, чтобы не навредить, как врачи в ближнем зарубежье, той тонкой дипломатии, которую ведет Министерство иностранных дел. И мы очень признательны вам за награду и за ту высокую оценку авансом, которую вы дали нашему институту. Надеемся, что мы и дальше будем служить России, российской дипломатии и помогать, а не мешать Министерству иностранных дел. По окончании церемонии Константин Затулин принял участие в ежегодной встрече министра иностранных дел России с представителями гражданского общества, некоммерческих и неправительственных организаций.